пробить головой не сумел. И за это время, пока я рассказывал о предыдущем эпизоде, уже успели провести свою атаку динамовцы. А сейчас Сибиряк разворачивает мяч по Катыло. Здорово! И забивает мяч. Все-таки Сибиряк. Без участия, правда, Николая Балашова в атаке, но хорошо. Получил там мяч Сергей Покатыло, развернулся, выкатил он своему партнеру. И тот не оплошал, как говорится. Автором забитого мяча у нас становится 31 номер команды «Сибиряк» Иван Костяной. Поздравляем его с этим событием. И в отличие от вчерашнего матча, когда первым голом ответился Владимир Санасян, сегодня счет открыли новосибирцы. Да, друзья, прошу прощения за техническую паузу. Выяснял я тот момент с позиции Сергея. Ходом этой встречи с трибуны переживает за своих партнеров. И Владимир Гончаров, напомню, который является сегодня капитаном команды «Динамо». И ни разу не вышел еще на площадку. Внимание, забивает! Динамовцы мяч оставили одного. Владимира Санасяна. Чудовищная ошибка новосибирцев, прошла передача, и Санасяну никто абсолютно не мешал нанести точный прицельный удар фактически по пустым воротам, и с левой ноги он не промахивается, счет становится 2-1, сокращают преимущество в разрыве сибиряка, и лишь один гол отделяет динамовцев от новосибирцев. И снова динамовцы, этого выигрыша нет. Разворачивает мяч на Мелконяна. Потехин. Передача вдоль боковой линии на Дмитрия Волкова. Дмитрий Волков перекладывает мяч. И какой! Какой интересный гол забивает Владимир Санасян с точки зрения исполнения. Доставили до него мяч. И голову Георгия Потехина. На угловой мяч уходит. И Плаков, да, действительно чуть-чуть выше. Вернее, чуть-чуть ниже, да, расположился, а выше ушел Иван Комаров. Неточная передача от Плакова. Здорово бьет Андрей Забалоков. И выходит «Динамо» вперед. Третий гол приносит Андрей Забалоков на чужую половину поля. Конечно, есть еще 17 минут. В принципе, прошу прощения, прошло, конечно, 17 минут. Есть еще 8 в распоряжении гостей для того, чтобы как-то эту исправить. Ход этой встречи, но внимание, Симаков забивает ситуацию. Нельзя было Плакову второй мяч, второй раз мяча касаться. И внимание, заносит мяч в ворота Самусенко. Какая неожиданная, но острая атака пошла на динамовские ворота. Начали очень быстро развиваться события у нас в матче. И уже 3-4. Все же уступают пока новосибирцы в счете, но уже сокращают разрыв в счете, и Самусенко спасает, вернее, не спасает, а внушает надежду своим партнерам. И снова на голом у сибиряка получилось интересное. Вот, внимание, Мелконян на дальнюю штангу, на Санасяна, и хет-трик оформляет. Санасян совсем развалил Бушку и Синару, и выявить победителя не смогли. 3-3 завершилась та встреча. И «Динамо» с «Сибиряком» сыграли вчера 4-2 в пользу динамовцев, а вот уже 3-6 становится счет по пустым воротам.